Привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о росте продаж Suzuki в Российской Федерации. Российские дилеры Suzuki в феврале 2020 года продали 621 машину. Это в 2,9 раза больше, чем в 2019. По итогам двух месяцев нынешнего года продажи Suzuki в России составили 1142 единицы авто, что в 3,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба Suzuki Motor Rus, бестселлером Suzuki в феврале 2020-го остается компактный кроссовер Vitara, который был реализован в количестве 408 машин. Продажи кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличились в 2,3 раза до 170 экземпляров. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приобрели 43 покупателя, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем 2019 года. Как отмечается генеральным директором Suzuki Motor Rus господином Тахакаси Юта, ранее компания планировала продать 8500 машин до конца финансового года. И несмотря на непростые условия, автомобильного рынка уже превзошла эту отметку. На данный момент это все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!